Более 30 уголовных дел возбуждено с начала года сотрудниками отделения по борьбе с контрабандой Дубасарской таможни. Причем более половины из них связаны с незаконным перемещением через таможенную границу ПМР наркотических и психотропных веществ. Одно из последних выявленных сотрудниками УБК преступлений было сопряжено с контрабандой почти 120 граммов маковой соломки. Наркозелье перемещал житель Дубасар, следовавший помимо таможенного контроля с территории Республики Молдова в Приднестровье. У таможников имелась оперативная информация о причастности данного гражданина, кстати, уже четырежды судимого, к незаконному обороту наркотических средств. Мужчина был задержан и припровожден в Дубасарскую таможню для проведения следственных действий. Однако в первые же секунды своего нахождения в кабинете УБК задержанный не придумал ничего лучшего, как, выхватив из-за пояса брюк полиэтиленовый пакет с наркозельем, бросить его на пол. Что в этом пакете? Без понятия он не может. Личный досмотр задержанного гражданина осуществлялся в присутствии понятых. А все попытки сотрудников отделения по борьбе с контрабандой указать задержанному на абсурдность его отрицаний очевидных фактов были тщетны. На видеокамеру снималось, как вы шли через территорию поста. С этим пакетом, да. Результаты анализа, взятых у задержанного, раскрыли секрет его неадекватного поведения. Оказалось, что мужчина находится под действием не только изрядной порции алкоголя, но и наркотиков. А дактилоскопическая экспертиза не оставила никаких сомнений в том, что пакет с маковой соломкой принадлежал именно ему. По выявленному факту контрабанды наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Не исключено, что уже к имеющимся судимостям задержанного гражданина добавится еще одна.